271 задача уже отработана, 384 в процессе. Магаданцы все чаще о своих проблемах сообщают с помощью проекта «Народный контроль». На этой интернет-странице размещена интерактивная карта города, на которой любой может оставить жалобу или предложение. Вся информация поступает в мэрию Магадана. Сама структура выстроенная вот этого взаимодействия, она здесь более простая и более короткая. Во-первых. Во-вторых, ну, я бы еще разделил все-таки характер обращений. То есть если человек обращается к какой-то точечной проблемой, вопросом, который ну, достаточно не требует финансовых затрат, не требует каких-то объемов при планировании, смечивания, значит, финансирования и так далее, то такие вопросы решаются очень быстро, то есть это вопрос считанных дней. Благодаря электронным площадкам действует и обратная связь. Проект «Открытый Магадан» стал местом обсуждения планов и решений городских властей. Более 3000 колымчан уже высказали свое мнение в 29 опросах. Одним из самых резонансных стало голосование за строительство школы в 3-м микрорайоне. 1500 магаданцев высказались «за». Новый опрос посвящен образовательной программе по обучению молодежи семейным ценностям.